что общего между охотником и снайпером? Острый глаз. Дьявол. Как же вы целили, боец? Так я... Ясный ум. Тебе же медаль дали, грех не обмыть. Нельзя на охоте. На какой охоте, самогош? Мы на войне. И надежная маскировка. Маскироваться должен, как будто ты — это не ты. У охотников это называется непонятки. А люди? С людьми еще шибче маскироваться надо. Три главных качества хорошего снайпера. Мы который день ищем какого-то мифического русского снайпера. Видел, как самогон али 20, али 30 прицел положил. Непонятки. Самогон. Премьера 22 февраля в 20:00 на НТВ.